Да вообще бы их не надо. Хватает так, до 7-го сделали, каникулы хватит. А там вполне достаточно праздников. Мы работали без всяких выходных. Я по сменам работаю, мне без разницы. Я считаю, что это хорошо будет. Тут сразу нас считать с 1 мая, тут и все участочки, и все дачки будут посажены и вскопаны. Это будет замечательно. Меня устраивает и такой распорядок праздника. Новый год. Я пенсионерка, у меня каждый день праздники.